Здравствуй, мой дорогой зритель. И сегодня такой легкий подкастик обо всем на свете. Сегодня не будет какого-то глобального видео, не будет какого-то гайда, не будет нового выпуска передачи «Вот уроды», который запланировал еще 3 дня назад. Просто хочу так поговорить обо всем. Сегодня даже на работе взял небольшой отгульчик, потому что у меня сегодня день рождения, хочется отдохнуть. Заодно хочу поблагодарить всех своих подписчиков, всех, кто принимал какое-то участие в развитии канала, потому что для меня это на самом деле важно. Мне это нравится, это единственное мое хобби, это записывать видео по танкам. Все остальное связано либо с работой, либо с семьей и как бы не имеет отношения к моему своеобразному такому отдыху, то есть к тому, что мне нравится просто делать. Многие считают, что я делаю это ради там денег каких-то, ну да, возможно, потому что, скажем так, с YouTube за рекламу в этом месяце мне даже получилось заплатить за интернет и купить букет цветов жене. Ну, что, собственно, не может быть неположительным. Какие-то там копеечки, но тоже иногда что-то положительное приносит. Касательно всего остального, планов на будущее. Я собираюсь выпустить передачку с подачи, кстати, своего подписчика. Очень ему благодарен, он натолкнул меня на очень хорошую идею. Дело в том, что очень так хорошо зашла передачка «Вот уроды», про всяких дегенератов в рандоме нашей игры. Но хотелось бы что-то ей сделать, какой-то противовес, такую своеобразную передачку, в которой мы будем показывать нормальных игроков, то есть противоположных, наоборот положительных, которые выручают своих союзников, которые застряли или там закрывают своим танком шотный танк союзника или еще что-нибудь, или просто юмор в чате. Что-то веселое должно быть, положительное, потому что мы и так сталкиваемся каждый день со всякой грубостью, всякой ненавистью, всякими политическими там разборками, с которыми я, в принципе, ну, стараюсь от них откреститься, потому что мне это не нравится. Да, сейчас идет война на Украине, это очень неприятно. Кто там прав, кто виноват, не хочется в этом разбираться. Но в любом случае, когда убивают людей, это неправильно и нехорошо, и так быть не должно. Тем более, как там ни говори, все мы братские народы, и стрелять друг в друга, это, по-моему, это уже слишком. Неважно, какие, кто в этом виноват, но люди-то простые, и они все друг друга должны уважать, ну, как минимум, не стрелять друг в друга. Можно плюнуть друг другу в лицо или даже дать в морду, но убить никто такого права не давал. К счастью, наши танки — это, скажем так, игра про убийство, но убийство техники. Пускай это будет виртуальным занятием, а не реальным. Никто не возьмет в руки оружие. Касательно всего остального, хочу сказать, что, в принципе, канал очень сильно развился за последнее время. На данный момент перевалило количество подписчиков за 12 500, что не может не радовать, а количество просмотров уже зашкалило за 1 000 000. Что тоже не может не радовать. В будущем собираюсь что-то такое выпустить, тоже глобальное. Несколько гайдов по десяткам сделать. Но боюсь, что вот так вот просто с наскока не получится это сотворить. Потому что я считаю, что надо нормально на каждой машине покатать, прежде чем по ней делать обзор. А не как большинство делает, скатали там 3-4 боя. О, фу, танк дерьмовый там, или наоборот. Ой, классненький танчик. А то, что там ты в топе там 3 раза скатал, а потом написал, что этот танк классный, это все очень здорово, но ты ни разу не попал вниз списка, и ты не понимаешь, насколько он там никакущий. И такое сплошь и рядом. Да и у меня такое проскакивало, чего уж там греха таить. Хочется делать качественный контент, когда ты точно знаешь, о чем говоришь и что показываешь. Как, например, было, скажем, с Type 61, на котором я откатал там почти 300 боев. Вот это был, скажем так, честный гайд про танк, который я нормально ощутил на себе. А не то, что там, например, там по Ковенантеру там я скатал на нем там 10 боев там, и там выпустил видео. Потом уже задумался, может быть, я все-таки не прав на самом деле. Но, к сожалению, гайды в основном так и выглядят. Заодно хочу, скажем так, поблагодарить все-таки разработчиков. Их все всегда ругают, но никто их никогда не благодарит, как ни странно. Да, нет такого проекта на самом деле игрового, который бы
Ну, не было бы отрицательных каких-то эмоций, не было бы противников, не было бы хейтеров. Всегда найдутся кто-нибудь, кому что-то не нравится, в любой, абсолютно в любой игре. Разумеется, этот проект коммерческий и нацелен на то, чтобы заработать с него денег. Это нормально. Это нельзя как-то расценивать по-другому. Это бизнес, ничего личного, с одной стороны. А с другой стороны, разрабы делают настолько дофига для этой игры, что мы просто этого не замечаем. Да, иногда они тупят, иногда тормозят. Но в целом-то они не сидят на месте, они очень много сделали. Мне тоже очень много не нравится, скажем, в игре. Мне не нравится, что сейчас нерфят Хэви, хотя он этого совершенно не заслужил. Никто не обращает внимания на то, что Батчат, например, тот же самый, гнет круче, чем Хэви, но его нерфить никто не собирается. И в принципе это правильно, потому что все хотят, чтобы игра была динамичной, там быстрая какая-то, драки, там перестрелки, БТР, чтобы это все было здорово. Мне, например, не нравится то, что повыдергивали кусты, очень много карт перекопали, сделали какими-то тоннельными. Своеобразный метод борьбы с ПТСАУ. Оно может быть тоже верно с одной стороны, но как-то очень сильно поменялся геймплей, и это раздражает, это приводит к каким-то нервам. Ну и соответственно, делает какие-то минусы в моем там личном взгляде на эту игру. Но в целом хочу сказать, что все-таки изменений целая куча положительных, которые мы просто не запоминаем. Ну и, пожалуй, на этом все. Всю мысль свою, что я хотел, я донес до вас. Если сможете мне помочь в создании новой передачи, всем буду очень благодарен. Под видео будет ссылочка, куда можно выложить реплеи, в которых было что-то классное, что-то здоровское, веселое, что-то такое смешное, возможно. Или просто кто-то положительно очень повлиял там на исход боя, показал себя с лучшей стороны как человек, там союзнику помог, там или там соперников заблокировал, там своим тогом 2 там поперек дороги стал, сам погиб, но помог команде выиграть. Все это будет, я думаю, интересно. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, ставьте лайки, кто еще не поставил, ну и делитесь с друзьями. Всех буду рад видеть в комментариях. Ну а отвечу уже на комменты только завтра. Ну а пока.